Выставка проходит в юбилейный год, когда исполнилось 150 лет со дня рождения этого очень самобытного, яркого, феерического художника. Дело в том, что в России не было больших выставок, и вот творчество Бакст был таким талантливым художником, который великолепно воплотил вот веяние времени, это увлечение Востоком, ориентализм, и его блестящее оформление блестящих постановок Клеопатры и Шахерезады принесли ему одному из немногих земную славу и прижизненную славу.